trainer activated. Cheat activated. Hela. Попробую найти укрытие.
Элла! Стой! Термопилы. Говорят, здесь нельзя пройти, не испачкав ступни в крови. Закрой глаза. И ты услышишь предсмертные крики отчаянных храбрецов, погибших в бою. В тот день их голоса замолкли, но легенды о спартанцах будут жить вечно. Мы здесь не ради бесед о мертвых. К чему ты клонишь, Геродот? Битва при Фермопилах еще в наших сердцах. Но только здесь можно ощутить всю горечь. Мертвым уже не помочь. Меня волнуют живые. Достань копье. Копье? Зачем? Мне нужно кое-что знать. Thank you.
Геродот? Я цел. Легенды правдивы. Это копье Леонида, царя-героя. Где были союзники Спарты? Среди греков не только спартанцы желали дать отпор Ксерксу. Многие были готовы сражаться плечом к плечу с Леонидом и его воинами. Но когда великий царь увидел в их глазах страх, он отправил их домой. Это не храбрость, а безумство. Предсказание Пифии гласило, что персы лишат Спарту либо свободы, либо царя. Леонид сделал свой выбор. Что стало с Леонидом после той битвы? Ксеркс славился тем, что чтил воинов, отважно сражавшихся против персов. Но Леонид настолько его разгневал, что Ксеркс отрубил ему голову и насадил на пику. Затем, в суровом бою, спартанцам удалось вернуть останки царя. Теперь он покоится там, где должен. В Спарте. А что стало с предателем Эфиальтом? Ксеркс заплатил ему, но одна измена влечет другую. За его голову назначили награду. Он умер, так как жил трусом. Ты знал, что так будет? Я не знал, но предполагал. Есть место, которое мне кажется мифом. Казалось. Необычная постройка на острове Андрос. Странные рисунки на камне. Не похожие ни на что. Ты хочешь отплыть на Андрос и показать их мне? В своих странствиях я слышал о древней цивилизации, о народе, что был до нас. Твое копье связано с тем местом. Ты говорил про народ, живший до нас. Кто они? Они не боги, но жили намного дольше простых смертных и знали гораздо больше. Я видел рисунки, символы, указывающие на то, что их цивилизация создала людей и дала им огонь. Но Зевс винил Прометея. Да, возможно, его орел клевал не ту печень. Копье признало тебя, Геродот. Я тебе верю. Ты понимаешь. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе найти мать. Обещаю. Но сперва мы должны попасть на Андрос. Встретимся на корабле. Добро пожаловать на Адрестию, Геродот! Ты отправишься с нами? Мне нужно в Афины. Дела требуют моего внимания. Геродот помогает мне искать мать. Геродот просил помощи у богов. Сама судьба столкнула нас. Мы можем не понимать, что задумали боги, но должны следовать их замыслу. Может, ты прав. У нас с Геродотом общие враги. Элпинор, да? Невозможно! Аполлон не допустил бы! А теперь они ищут мою мать. Я должен найти ее первым. Или они не пощадят тех, кто встанет у них на пути. Клянусь Гермесом! Сначала раз, а теперь этот путь! Он не главный! Я не знаю точно, но... Похоже, что моя сестра. Моя сестра! Я спасла твоя жизнь! Ты не говори. Но не волнуйся! Если путь закончится, один из них дерется подобно Ресу и мечет молнии подобно Зевсу. Мы обрушим на них небо богов. Всегда. За это и любовь. Посейдон, неси нас в Афины! Сперва заглянем на Андрос. Раз уж мы собрались на войну,
Нужно заняться моим кораблем. О чем речь? Здоровье сейчас не в лучшем состоянии. Нужно было сказать об этом раньше. Где во имя Посейдона мы найдем припасы? Отец говорил, море берет свое. Нужно поступать так же. Здесь немало пиратских кораблей. И на них наверняка найдется то, что нам пригодится. Так чего же мы ждем? Начнем охоту! Покинул вахту!
которой горстка афинян остановила вторжение персов. Помнишь? Вели... Тесей убил критского быка! А, этот марафон! Космос хочет знать, какие тайны хранят сердца людей. Поэтому я вырезаю их. Я провел 20 лет в море и понял, что культ – мой дом. Тихо! Будет еще время для песен. Ale
Привет, Сес. Я давно хочу задать тебе один вопрос. Давай. Копье. Откуда оно? Мама сказала, что спартанские солдаты принесли его ей из Фермопилы. Ей? Почему? Леонид был ее отцом. Не может быть. И эти видения. Копье пытается помочь, указать путь. Не только. С ним легче в бою. То есть? Не могу описать. Потому что я знаю, что сделает мой противник в следующий момент. Дайте парус! Парус! Стреляем по команде! Так близко! А ну, шустрее! Скорей! Замедляй! Thank you.
открытое море! Станем здесь! Что, дверь? Таких я еще не видел. Как же мне попасть внутрь? А может быть? Решительность приближает... Гибель! Я знаю, мама! Ты делаешь успехи. Твоя воля сильна. Но ты не действуешь. Я собирался! Знаю. Но все решает миг между замыслом и действием. Давай. Копье Леонида. Ты уже не дитя. Копье отца — это великое бремя, но... Ты готов. Я чувствую! Копье! В нем магия! Оно наделено древней силой. Им владели величайшие герои. Мы принадлежим к тому же роду, наша семья. Все мы? Подумай о Леониде. Он был отважным воином и принес величайшую жертву. В тебе его кровь, а еще его сила. Мы умеем чувствовать то, что не чувствуют другие. Это дар нашей семьи. Но не все понимают это. Некоторые, узнав о нашей силе, захотят заполучить ее, отнять ее у нас. Я не позволю. Знаю. Ты воин. Если всегда идти вперед, только вперед, нас не трогают. Буря грядет. Значит, пора двигаться дальше. Мама, я помню о тебе. Боги! Кто мастер? Как такое возможно? Как объяснить такое человеку вроде Маркоса? В центре что-то светится.
форма напоминает меч, с которым Деймос была на встрече культистов. Может, его выковали здесь? Деймос, кузня, долго же ты была в симуляции. Совсем себя не жалеешь. Ты не понимаешь. Догадка верна. Алексиос не только владел технологиями ИСУ, но и мог их улучшить. Представь, какие это возможности. Признаю, потенциал невероятный. Но как врач, я должна о тебе заботиться. Сейчас тебе надо как следует отдохнуть. Времени нет. Сюда вот-вот нагрянет Абстерго. Об этом есть кому позаботиться. Но все это будет зря, если мы потеряем тебя. А ты умеешь подбодрить. И помни, мы команда. Мы будем прикрывать тебя сколько потребуется. Знаю. Киоси следит за безопасностью. Вчера он возился в лофте. А Лана занята исследованиями. А со мной можно поговорить, если в Анимусе что-то пойдет не так. Вечный терапевт. Пойду разомнусь. Вот бы сейчас оказаться в тренажерке Абстерго, да? Членство у них дорогое. Проверю почту. Ва? Центр Вселенной, 400-й год до нашей эры. Ты уверена, что хочешь вернуться в Анимус? Мне кажется, ты пробудешь там еще долго. Да, я готова вернуться к Алексиосу. Ладно, я пригляжу за тобой.
моем копье сила. Культистов ждет смерть. Что ж, Геродот будет рад. Здесь явно кто-то побывал задолго до нас. Леонид знал об этом месте? Поговорим.
тебя легко найти. Ты пришла одна? Не может быть! Кассандра, ты жива? Не трогай! Ну же, сестренка! Тебе придется все рассказать. Что с тобой случилось? Ничего я тебе не скажу. Ты мне чужой. Ну, а ты мне нет. Это не важно. Нам с тобой о многом нужно поговорить. О да, о твоей проделке с артефактом. Тебе удалось привлечь мое внимание. Ты этого хотел? Что? Артефакт открыл правду. Мы семья, и мы с тобой смогли выбраться из Спарты. Да, он открыл правду. То, о чем я всегда знала. Ты сбросил меня со скалы! Думаешь, все так просто? Ну уже, Кассандра, давай поговорим. Не зови меня так! Я уже знаю, что произошло. Да, Деймос. Ее я не знаю. Она полубог. Ей поклоняется культ и вся Греция. Над ней никто не властен. Так зачем ты им служишь? Ты что, меня не слушаешь? Это они служат мне. Так сделай свой выбор. Помоги найти мать. Меня это не интересует. Просто ответь, что ты здесь делаешь? То же, что и культ. Ищу нашу мать. Им она не нужна. Твой культ думает иначе. Мирин их новая цель. Если они ее ищут, значит, хотят убить. Ты не знаешь, где она, значит, она и тебя бросила. Грустно. Нас бросили, но мы все-таки выжили. Мы могли бы все вернуть. Надо лишь найти ее. Служителям культа чужда сентиментальность. Семья – ничто. Мы хотим править миром. Если они и правда охотятся за нашей семьей, Николауса они не найдут. Он исчез. Я сам его искал. Мы нашли тебя, пропавшее дитя Николауса. Найдем и его. И он пожалеет, что сбросил меня со скалы. Мне все равно, что ты думаешь. Я найду Мирин. Можешь пойти со мной. Что? Найдем ее. Вместе. Ты могла бы помочь. Думаешь, игра в дружбу поможет? Будем бегать, как малые дети, в поисках мамочки. Ты слаб. Это ответственность, а не слабость. Я не откажусь от своей семьи. Ответственность? Как высокопарно. У культа есть план, и никто не помешает его осуществить. Схватить твою мать им было мало? Мы не похитители. Мы политики. Тот, кто не поддерживает нас, наш враг. И он заплатит за это. Как я? Как ты? Говорят, ты собрался в Афины? Скажи Периклу и его сброду, что грядет их черед. Но культ пощадил Мирин и Николауса. Что изменилось? Ты выжил. Ты виноват во всех бедах. Культ могущественен, но они смертны. Во мне течет кровь богов. Они думают в тебе тоже. Но поймут, что ошибались. Я уничтожу ваш культ. Ты знаешь, сколько нас. Ты знаешь, как я сильна. И думаешь, что справишься? Проверь. Безрассудность — это семейное, верно? Говоришь, мы с тобой родня? Посмотрим, что ты сможешь сделать. И все же мы нашли друг друга. Говорю же, не трогай! Деймос! Малака! Геродот, нужно рассказать ему, что произошло.
Ну, легенда правдива? Как это было? Что случилось с тобой и копьем? Тише, Геродот. Копье обрело силу, я чувствую. Ты был прав. Там был какой-то артефакт. Он показал мне видение. Она с мамой. Значит, древняя цивилизация реальна. Алексиос, ты не представляешь, какая сила заключена в копье Леонида. Это еще не все. Деймос выследила меня. Она рассказала, что культ начал действовать. Они ищут нас, мою семью, Перикла. Почему она раскрыла тебе свои планы? Мне все равно. Мы плывем в Афины, предупредим Перикла. И нужно найти мою мать раньше культа. Значит, нас ждет Пникс. Если Перикл жив, он там. Мы правим хаосом и не щадим своих врагов. Вперед!
если заметят, мне не сдобровать. Давай. Твоя смерть мне в радость. Thank you.
кузня активна. Хран синхронизировали трансляцию. Контакт установлен. Охота зовет. Приветствую.
Хорошего тебе дня.